что говорят, кто-то тут психует, что-то взорвать хочет. Здравствуйте. И вас узнать? Да. Это же квартира вот горела уже. Нихрена себе. Ты что ли постарался сегодня? Я не знаю, это что такое. А он что ставит? Ну, кто-то что-то взорвать хочет. А, да, я сказал, подожгу, позвал. Зачем? А, чтобы не радовались. Кто? Все. Зачем? Не знаю. Ну, что опять у вас случилось? Да ничего. Вы же горели уже. Мы уже тушили здесь. Я да нет, тушил. Я подвал хотел поджечь. Зачем? Зачем? А чтоб не радовались. Кто? Все. Так, ты когда в больнице лежал последний раз? Мирных жителей в августе. Успокоили. В августе? Да. Последний раз? Да, вот, вот. Сегодня что у тебя там? Кто? Что у тебя? Что сегодня у тебя позвигло? Алкоголь у тебя? Обострение того за этот? Нет, это... Пил сегодня алкоголь? Начитался этих новостей, понимаешь? И что, и все, обострение произошло? Да, вообще. Помощь тебе нужна психологическая? Да. Я вот всем этот бомбас, та-та-та-та-та. У меня вообще крыша поехала. Хороший. Может быть, хороший. Найдет. Есть. Какой ужас, а? Годится подвесить что-то тут под. А вот что тут, GoPro? Я не вооружен, я абсолютно адекватен. А зачем ты поджечь-то хочешь? Чтобы другие люди погибли из-за тебя, из-за твоей дурной мысли? Новостей, говорит, насмотрелся и все. А? Новостей насмотрелся. И что? А люди тут при чем? Так люди-то ни при чем.